Микрофон не прикрываешь? Нет, все, идет. Поздоровься с этой. Ну, слышно? Говори. Всем привет. Это. Вот эта девушка, ну, которая мясо всегда дает, это Аня, она угостила сегодня, это праздник сегодня большой, ведение во храм Пресвятой Богородицы. Не знаю, когда я буду выкладывать видео, слышно ли меня. В общем, сегодня большой праздник, вот, и она угостила, ну, в честь праздника просто, вот. Ну, как, она брала у нас, ну, покупала иконы, ну, как, ну, ну, просто как друг. Да. Вот. Хороший человек и друг просто, ну, как объяснить. Не то, что там... Как ты натираешь сало. Вот, не то, что там мы в гости друг к другу ходим, ну, а просто, просто по-человечески, просто. Вот. Угостил вот такой вот сало. Я никогда в жизни не делал сало. Повыше, чтобы тут... Вот. А. Вот. Просто тут нормально видно. И снимает без тормозов. А. Не тормозит. То есть камера сейчас не тормозит. Она угостила на праздник. Вот. Только меня не слышно будет. Вот такой вот сальц. Вот. Я купил вот такие вот по 11 рублей 3 чеснока. Вот. Два я потерла мелко, один у меня остался, на всякий случай, я думала, так что приходить. Угу. Ну и вот такой вот еще кусочек, тоже можно засолить, ничего такого. Вот. Я впервые в жизни делаю, я пока не знаю, как его вообще делать и что, я потом посмотрю по интернету хотя бы, сколько его надо держать там в холодильнике, как, что. Вот. Я впервые в жизни делаю. Я говорю сразу, честно, не выпендриваюсь. Такое вот соленое сало я еще не делал. Я только вареное делала. Вот. Я думаю, хватит соли? Да. Хватит. Хватит? Вот. Ранок нет на руках? Нет. А то сейчас это пипец будет. Нет, ранок. Нужно как бы втирать, да, блин. О, сердце испалится, будет вкусно. А соли маловато. Тут один чеснок. Соль надо больше, ты мне вот сказал. Ну ладно, подсыпь еще. У меня те руки такие. Я помогу. Так. Нет, нет, вот на соль, что тут? Сыпь, сыпь, сыпь. Сыпь, сыпь, не жалей, ногу надо, оказывается. Все. Ты кожу-то особо не засаливай. Само мясо надо. А теперь его как, в пакет? Не знаю. Ну все, ты втерла нормально. Еще пожамкать можем. Так, а теперь, наверное, в пакет, да? Наверное, я не знаю. А у меня только такой пакет. Да, поисай. Но он чистый. Ну. Второй фигарь. Вот этот самый вкусный, наверное, будет, если просолится хорошо. Потому что на нем мяса много. Чувствую этот запах сала, чеснока. А его в морозилку не надо убирать, я в интернете посмотрю, как его надо делать. Я его просто в холодильник сейчас пока положу. Ну, около морозилки, там недалеко. Но в морозилку убирать не буду, его не надо в морозилку. Нет. Мало, надо еще втирать. Ты не тёр его почти. Лентяйка. Я его и так прям убираю с солью. Вот. Самый добрый человек. Кормилица наша. Что мы делали зимой бы, да? Да. Да кожу-то не надо.
кожу-то не будем есть. Все равно все надо, наверное. Как же это? Кожу не надо. Что ты так постоянно орешься, как я не знаю. Кожу не надо, мы же ее срезать будем все равно. Так, всем гудбай. Подожди. А это куда теперь девать? Тоже в пакет. Посыпь. Посыпь, да? Сверху, да. А можно так? Да. А то вдруг будет задубелое. Да не будет никакой задубелое. Чрезмерная соль. Не надо. Нет. Посыпь просто, есть чеснок там. Если слишком много соли, может задубелое быть. А, ну тогда нет. Не надо, наверное. Я точно не знаю, конечно. Надо было посмотреть ее сначала, как делать все. И тут чеснока много, ничего, насыпь. Посыпь. Ничего не будет. Тут чеснока много. Я просто раскидаю по пакетам. Да, ну там само. Перетрясу его, да и все. Угу. Так, ну ладно, всем пока. Да, мне руки. Всем пока.